1 июня во Всемирный день защиты детей в столице Чувашии пройдет более 50 развлекательных программ. Для ребят откроют двери парки культуры и отдыха, пришкольные лагеря и дворцы культуры. Будут работать открытые площадки. Об этом говорили сегодня на планерке в администрации Чебоксар. Все муниципальные аттракционы в этот день будут катать ребятишек с 50% скидкой. В детском парке имени Николаева маленьких ребятишек ждут артисты Русского драматического театра с постановкой «Одни в городе». Во второй половине дня фестиваль красок. Ну и, конечно, приятный сюрприз – бесплатное посещение зооуголка «Ковчег». Самая активная молодежь соберется на региональный форум «Мол-город». Он пройдет с 6 по 10 июня на территории базы отдыха «Буревестник». На сегодняшний день заявки на участие в форуме подало уже более 550 человек. Лучших представителей молодежи ожидает насыщенная образовательная программа по четырем основным площадкам. «Ты предприниматель», «Открытый город», «Волонтерство», «Технологии», «Масс-медиа».